В общем, всем здорово, бродяги, с вами Бодяга. Господи ты, боже мой, вы просто не представляете, насколько я заебался за эти выходные. У меня слов просто нету. Цены бы мне не было, если бы я не устал, но я устал. Поэтому, ребята, сейчас будем смотреть видосик, сейчас будем проходить челлендж, и по ходу дела я буду рассказывать вам, что вообще было. Ну, конечно, я все не расскажу. Вкратце, мы снимали очень взрывную пушку, блять, вот, которая выйдет на ютубе скоро, и, блять, у вас порвет яйца, мозги, вообще, что у вас там есть. У девушки я еще не придумал, что порвет, сиськи. Вот, поэтому, у меня единственная просьба, подпишитесь на второй канал. Я снял еще на второй канал видео с одним человечком. У меня шейнг растянута. Вот, поэтому это очень важные новости, я сейчас вам сказал. Поэтому давайте там подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. И если что, от актива зависит, насколько сильнее увеличится у меня мой член. Погнали. Привет, меломаны! Поздравляю всех с началом новой недели и очередным роликом от Music Club «Угадай песню по эмодзи за 10 секунд». Прямо сейчас ставь лайк, если любишь музыку больше, чем ходить в школу или на работу. Оформляй подписку с колокольчиком на канал и по... Так, теперь я, блядь, могу нормально снимать видео. Вы просто видели, что за дерьмо выходило? Господи, Кирилл, блядь, у тебя... Вот если, Кирилл, ты это смотришь, то у тебя такой, блядь, балкон. У меня обосраться можно, как трудно, блядь, на нем было снимать. Вот, ребята, просто, блядь. Ну, как говорится... А, нет, это я выкладывал нормальный видос. Если вы понимаете, о чем я. Да нет, я как бы нихуя не понимаю, если... А, Ханна Монтана! Да вы видите вот это дерьмо, блядь, которое находится прям подо мной? Фу, блядь. Так. Ну, по факту, наливаю в рот воды. Я не хочу воды, и что-то там на стакан. Ой, какой стакан, блядь. И он, типа, опечален. Знает. Открывает наш список эмодзи-загадок новый трек от обладателя потрясающего и неповторимого тембра голоса Макса. Я просто вчера только приехал, ну точнее сегодня в 7 утра я приехал, я ехал около 15 часов, но вы знаете, в Питер, блядь, с Москвы не быстро нахуй приезжаешь на поезде. Вот, были бы деньги, я бы поехал на самолете, конечно. Вот, и получается так, что... Я приехал, я вырубился просто. Нет, я еще посидел, думаю, ладно, сейчас запишу видео и спать лягу. Проснулся только сейчас, по мне видно. Не умылся, не почистил зубы, ни хера, от меня воняет, прет. Ну ладно, я уж перегнул, от меня не воняет и не прет, я просто так, к слову. Хабарских «Лей, не жалей». Премьера танцевальной песни состоялась 21 ноября этого года и даже уже успела обзавестись собственным клипом. Сердцеедка. Вторая эмодзи. Пуля не дура. Загадка. И надеюсь, вы смогли угадать хит от... Слушайте, я изменился вообще-то. Нет, ну я же прав, она девушка. Ангел. Третья смайл-загадка. И это обворожительная Мари Краймбери с романтичной песней... Я подумал, карамбэйби. Нет, так хорошо. Композиция появилась в арсенале у Мари в октябре этого года, и она же является автором слов и музыки. Так вот, короче. Ладно, короче, сегодня стрим будет в 7 вечера, поэтому давайте лучше я вам там все расскажу, блядь, что я буду сейчас видео рассказывать. Видос смотрите, а это ждите. И мне так хорошо, в полном клубе людей, а я танцую. Блять, любовь? Кого я люблю? Или че, я не понял. Love is.
Я знаю то, что у меня были конфетки, вот в детстве я кушал лафыски, они у меня вот навсегда в сердце останутся, я надеюсь, я правильно указал сердце, вот, вроде по биологии 5. И получается так, что, что вот связано с лафысками? Четвертая загадка, и поклонники Егора Крида сразу угадали его новую работу в стиле поп-панка «Love Is». Да ладно, у него новая песня вышла. Артист удивил новой композицией 22 ноября 2019 года, а аранжирована она в нетипичной для Егора манере. Какие 1 миллион 639 тысяч просмотров-то, блядь? Почему здесь 1 миллион 639 тысяч? Тут же даже миллион еще не набрался. Я не могу просто сильно улыбаться, потому что у меня пиздец губам, они у меня все раздолбаны. У меня от холода трескаются, как сучки они. Раньше мы такого от него еще не слышали. Расскажешь об этом мне в тачке. Что такое лавы? Это я знаю, это комета Джонни. Да? Пятая загадка. И кто хорошо знает текст хита «Беверли Хиллз» от Юлии Зиверт, сразу же ее разгадали. Да. Певица представила трек публике в сентябре 2019 года. И, судя по всему, вдохновила ее на его написание романтичная драма «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. Его глаза красные. Далека мне ее любовь веками, но как повторить его глаза красы. Я должен же угадать хоть одну песню, а еще ни одну не угадал, да ведь? Да, я еще ни одну не угадал. Я говорю и люблю. А, говорит, что любит и ночами обнимает. Сердце прижимает, а я мучаюсь от боли. Вот это. Ну, это Trap Love. Ну, я не думаю, что это, блядь, Сергей Жуков поет. Потому что здесь по-любому про Big Baby Tape будет идти речь. Да, я не знаю, когда я кавер на него выложу, потому что скоро охуенная пушка выйдет. А после нее уже выйдет кавер. Потом, через неделю. Или, может, еще уихи. Шестой смайл ребус, и это старый хит, переделанный на новый молодежный лад Trap Love от Big Baby Tape. Сингл засветился в начале ноября 19-го, используя в своем припеве текст популярного хита Сергея Жукова «Он тебя целует». Нет, ну вот здесь 2 миллиона 200. У меня, кстати, младший брат хочет вырасти КГБшником. Ну, типа, полицию пойти. В МВД. Вот. Все знают, что он будет моим блогером. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Так, ладно, полиция и... Не люблю полицию. Ну, когда я вижу про полицию что-то, это, блядь, по-любому Нурминский. Восьмая эмодзи за... Нет, это охрана была. Охрана нет. Загадка. Это трек от украинского влогера и певицы Джерри Хейл «Охрана. Отмена». Трек появился на канале девушки в начале апреля 2019 года и буквально за считанные дни стал вирусным. Охрана, отмена. Было бы круче, если бы она смотрела в кадр, а не... мне в шею. Лена, видом ночи назвал меня Лена, а я не Лена, я Яна. Охрана. Обидно, что девушка... Вот, блин. Но я не понимаю украинский. Почему нельзя на русском спеть? Вы же знаете русский. Блин, я не понимаю, что... Кока! Клава Кока, короче, я снова понял. Это Клава Кока. Ананас какой-то. Но это не ананас Адидас, нет. Чё это? Зая, цепись? Нет. Моргенштерн, Клава Кока. Следующая, девятая загадка. И это снова солистка Black Star, да. Клава Кока, но на этот раз с фитом при участии рэпера Моргенштерна «Мне пох».
Трек появился в середине ноября 19-го, а приурочен он к релизу нового альбома Клавы «Не прилично, а лично». Мне пух, пух, тебя люблю, но веду себя так, будто мне пух, пух, потому что я люблю тебя, слышишь, мне пух, пух. Круто, круто. Сегодня стрим в 19:00, вы уж, ну зайдите, а. Вот, это вместо субботы и воскресенья. Сегодня и завтра будет стрим, а потом выходные. Девушка с бидонами и, получается, взрывчатка. 10-я эмодзи-загадка. И это недавняя танцевальная работа от Анны Семенович «Секси-бомбочка». Слышал раза два о ней, как, короче, лет 10 назад. Композиция вышла в качестве сингла в Серьезно, Анна Семенович, я помню это имя. В октябре 19-го и получилась очень энергичной и зажигательной. Я секси-бомбочка, пышные формочки, красавчик, я тобой пина. Да. Я секси-бомбочка, на барной стоечке. Ну, как говорится... Богдану и одной песни угаданной достаточно. Я, ребята, не буду задерживать вас. У меня единственное, подпишитесь на второй канал. Да, скоро выйдет авторское видео. Я вижу, что там 40 тысяч подписанных людей уже. Давайте полтинник добивайте. Может быть, вообще первое видео выйдет с младшим братом. Поэтому подписывайтесь. На 50к будет видос с младшим. С вас лайк, подписка и комментарий, ребята. До новых видосов, бродяги. И ждите сегодня стрим 7 вечера. Да.